болгарский рецидивист Хренов. Выходи с высоко поднятым. Высоко поднятыми руками. Батя? Вот все-таки хорошо. Хорошо, что я тебя поймал, болгарский рецидивист Хрен. Да я вам десятый раз напоминаю, что меня зовут Тракторенко. Вы меня прекрасно знаете. Я из 88-й квартиры. Ну, ботаник. Ты что думаешь, Хрен, что у меня после трепанации мозгов не осталось? Конечно. Да ну и все. Тебя, Хрен, я в любом состоянии изловчусь и изловлю. В любом, честное слово. Батя, что ты делаешь в натуре, а? Ты чё? Чё ты, малец? Меня все время батей называешь, а? Какой я тебе нахрен батя? Ну, потому что ты мой батя и есть. Вот. Это я. А это вроде как ты мой сын. Типа того. А это что за крокодил в очках? Ну, вроде мать моя, твоя жена, Зина. Никто никогда не произносит при мне этого имени. Круто, батя. Вобода. Постойте, это недоразумение. Я должен позвонить в институт. Вот мы с тобой встретились, подельничек, а? Простите, пожалуйста, не имею чести быть знакомым с вами. Ай, не узнает он меня-то, а? Скажи, очни с тобой, это мы 18 лет зону-то ноздрю топтали, а? Значит, это ты не со мной? Сегодня Сбергазку взял, а потом трубой меня пахали, да, и с бабками схилял. Ну, я, честное слово, вас не знаю. Я работаю в институте растениеводства, в лаборатории кактусов, я ботаник. Ботаник-то? Ну, да я еще тот садовод. Ах ты! Ай, гражданин начальник, здрасте. Он первый начал. В камере-то уборку делать не хочет, да. Что вы за народ, рецидивисты? Со своего подельника, с которым 18 лет за зону топтал, готов загрызть. Как правильно сказано, гражданин начальник. Да, это понятно. Давай-ка на допрос Хрена. Гражданин начальник, вы у меня в карточке-то пометьте, что вел, дескать, себя хорошо, а? А это кто? Я не знаю, честное слово. Ну смотри, щенок,
Узнаю, что ты ментов на меня навел. Пристрелю. Иди к столу. Сидим. Едим. Смотрим телевизор. Кусок убило кормовых. Тебя свинью откармливать. Ты тело жирное не можешь оторвать. Открыть хозяйке дверь. Знаешь что, Петя, давай-ка встань-ка. Унитаз отдрай, полы помой, картошки начисти. Хоть что-нибудь сделай, дрянь такая. Ты чё, в натуре у меня баба такая? Ага. Чё, она всегда вот так вот со мной? Всегда. Как звать? Зина. Слава богу, уже второй десяток, третий, четвертый, неважно, встань, дрянь такая. Никто никогда при мне этого имени не произносит. С другой стороны, я подумал, Петя, чего тебе на мелочь-то размениваться? Посторонним вход запрещен. Там-то трупы. Встать! Следователь идет. А можно я тоже сяду? Да, присаживайтесь. Сесть-то вы всегда успеете. А, да тут по совокупности... Лет 20 корячится. Что же мы делать-то будем? А что бы вы посоветовали? Скажите только, сколько человек было на ограблении и куда дели деньги? И все. А если я не могу ответить, не потому что не хочу, а в силу того, что не знаю ответа, будем ванку валять! Падать! Падать! Я умываю руки. Вам хватит? 15 минут. Да, раньше и 5 хватало, а... Сейчас любим, так сказать, удовольствие растянут. Вот они и инструменты пыточные. Яблочный. Ты обычно его для мамы Зины делал. Никто никогда при мне. А чей-то кто-то звонит, если вся семейка в сборе. Кто там? Значит, так. Если узнаю, что ты ментов навела, Петя? Мне твоего мальца шлепнуть, что высморкаться. А я уберу. Я сейчас скажу! На ограблении нас было 8 человек! Мы взяли 1 000 000 эстонских крон! Они сейчас хранятся на квартире у моего соседа за 2, прапорщика! Да! Ира, врут они! Какой 1 000 000 долларов? Какая сберкасса? Чист я! Чист, Ира, прощай! Детей береги! Надо же! У самого 1 000 000 долларов, а жене 725 рублей на сапоги пожалел. Будь ты проклят! Зина, надо цветочки поставить в
холодильник, ой, в вазу. И неплохо подстричь у них стебельки. Вот, я почти готов, только сегодня давай по ускоренной программе. У меня 3 совещания. Да вы что? Вы что, Павел Павлович? Сейчас же на... Оденьтесь сейчас же брюками наверх. Сейчас мой муж придет. Зина, я напоминаю, я 3-й год так раздеваюсь. И раньше вас это не смущало. То, что вы начальник моего мужа, это не значит, что вы должны здесь нести какие-то бредовые идеи. Бредовые идеи. Я понял. Вы хотите поиграть в недотрогу, да? Ой, маньяк наступает на Зину. Сейчас будет ее топтать. Ой, порвет и съест. Слышь, Фрейру, ты это, за базаром-то следи. Это Петр Семенович, мой младший сотрудник. В шкафу сидел, да. Все слышал. А вы, Зина, об этом знали, поэтому и кочевряжились. Да, ну, знала, да. Ну что ж, 2 варианта из сложившейся ситуации. Либо вы, Петр Семенович, закрываете глаза на все происходящее, и завтра с утра выходите в новой должности начальника лаборатории кактусов. Либо завтра же вы уволены без выходного пособия. Я правильно выражаю свои мысли, Зина? Слышь, Фрирук, я ж тебя предупреждал, сиди за базаром. Руки. Ты уже 4 раза сказал Зина. А я этого, ой, как не люблю. Они вот знают. Но позволь... я, кажется, понял. Я все равно вас повышаю по службе. Хотя вы, по-моему, не закрываете глаза на все вот это. Ну, давай дальше проверим. Мак! Папавер? Мак! Папавер! Папавер! Атас. Конопля. Канадис родиварис. Мудрёно. Спирт. Спиртус. Прикол. Тюряга. А это не ботанический термин, я не знаю. Настоящий-то хренов. За такую проверку меня пописал бы. Снизу и до самых до ушей пописал бы. А, слушай, раз ты здесь, настоящий-то хренов, где, а? Где? Да ты меня на рифму не бери, где-где. Дом у тебя, наверное, вот где. Воспользовавшись сходством портретным, тычинки сейчас твоим домашним опыляй. Дай бог. Бежать надо отсюда. Бежать. Бежать, как в американских фильмах? Но как? Ты мое погоняло среди пацанов, знаешь? Нет. Лобзик ты. Лобзик. Знаешь, почему лобзик? А, нет. А, наверное, от слова лоб. Лобзик умный. Это. А еще... Меня всегда с собой. О, лобзик по металлу. Я всегда с собой беру лобзик по металлу, ау. Пилить надо. Пилить и ноги. Пилить ноги. Да не ноги пилить. Решетку пилить и ноги. Так и стойте, пока я не вернусь. Когда я вернусь, хочу, чтобы ты щегол мне ботиночки своим рукавчиком почистил, ага. А ты, мать, чтоб водочки мне поднесла в запотевшем пузыре за горчиком хрустящим. А ты, малец, песню поставь задушевную про нашего брата. И чтоб все эту песню наизусть знали.
Учите пока. Понятно. Ну, если честно, бардак. Илюша! Стоп. Не, ничего подозрительного здесь не видели. А что? Да так. А ориентировочка поступила. Рецидивист бежал. А опасный? Нет, гражданин начальник. То есть, товарищ милиционер, век свободы не видать. Честное, благородное слово. Не знаю я, где этот хренов прячется. Ну да вы на него и не похожи. А в мешках-то что? Книги. Точно, книги, начальник, книги. Ага. Да не книги у вас-то там. А что? Ценные книги. Картины вот, всякие в вазочки, в вазоны. В ремонт, наверное, тащите, да? Точно. Догадался. Ну так давайте я помогу. Давайте. Помогу. Вот первый раз в моей практике, чтобы мент погадал. Чтоб товарищ милиционер и мне помог. Чудеса. Ну так мы для этого на землю и присланы. Для людям помогать. Пройдемте. Чудеса. Шухер! Косяки, а? Твой двойник-то. С ментами шашни вводит, гнида, а? Посеку собаку. Ладно. Разошлись наши пути дорожки, ботаник. Ты зону топтать будешь мне, маляву-то? Отпиши. Я с воли корешу завсегда помогу. Пойду-ка я с братана должок получу. Спасибо, Лобзик. Бывай. Зиночка, это я. Фу, ты не представляешь, что со мной произошло. Я? Владимирский централ. И там мысли, но не мирно. Лежим на земле. Петр Семенович, я подумал, зарплату я вам раза в 4 прибавлю. Мало мы командировочных накинем. Петечка, я подумала, что я и на балконе могу ночевать, да. А тебе комнату свою отдать под оранжерею. Ватя! А я хочу быть таким, как ты, сильным, умным, смелым, все умеющим. Ну, типа, пойти по твоим стопам. Хочу быть ботаником. Можно, а? Милые мои, любимые, единственные, я сегодня, благодаря вам, за всю свою никчемную жизнь, первый раз почувствовал себя счастливым. Ватя, век свободы не видать, не я ментов навел на хазу, не я! Петя, я тоже падлой буду, со мной хвоста не было. А я, если обратили внимание, вообще только ботиночки чищу, да в тряпку помалкиваю, да. Я открою сам. Ну, если честно, бардак. У меня тут разборка вышла. Схорониться мне надо. Схорониться. А другой семьи, кроме вас, у меня нет. Так, конечно. Зина! Зиночка! У нас гости! Зина! Запомни, никто и никогда при мне не употребляет слово... Зина!